Международной декаде инвалидов были посвящены состязания по легкой атлетике, открытое первенство областной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы. Более 100 юных спортсменов из 12 адаптивных школ региона собрались 6 декабря в легкоатлетическом манеже «Сибирский нефтяник». Атлетам предстояло выявить сильнейших в беговых дисциплинах и прыжках в длину. Легкая атлетика в нашей школе как бы на подъеме. Да, мы на начальной стадии принимали участие в специальной олимпиаде. Там, где результатов нету, а есть только победители и награжденные. Вот. Дети соревнуются, и показав какой-то незначительный результат, они все равно отмечались. А сейчас наши учащиеся уже стали участвовать в соревнованиях первенства России по спорту ЛИН. Это для лиц с интеллектуальными нарушениями. Поэтому ребята уже как бы достигли определенных результатов, вот, показывают определенное время. Да, и сейчас вот приехали с чемпионата России, выполнили и кандидатов мастера спорта, и мастеров спорта. Повысили свой спортивный статус и представители настольного тенниса, успешно выступившие этим летом на чемпионате и первенстве страны. Заслуженные удостоверения кандидатов в мастера спорта мячи получили в торжественной обстановке. Достойный пример для всех, кто сегодня делает свои первые шаги в адаптивном спорте. Ну, конечно, нам приятно и всем это слышать, то у нас мы получили кандидаты. У каждого свой цели стояли, каждый хотел свое добиться, но мы добыли. И, конечно, мы хотим дальше и мастера добиться. Но будем стараться и будем тренироваться и добиваться высшего результата. Бег на 60, 200, 600 и 1000 метров. Смешанная эстафета 4 по 200 и прыжки в длину. Атлеты спорили за первенство в трех возрастных группах. Мария Федоренко поставила себе цель – успешно выступить. Таким образом, сделать подарок ко дню рождения своего тренера. Занимаюсь уже 9-й год. Мне нравится бегать. Спорт – это все мое. Меня учит Варил Иванович Борисов. Он хороший тренер. Я его уважаю за то, что он меня тренирует. Он мне стал как отец. Я ему за все благодарна. Это такие соревнования юношеские, на которых всегда результаты доставляют огромное удовольствие. Потому что сами по себе на каждых соревнованиях результаты улучшаются. Дети растут, и результаты тоже, как говорится, соответственно. Тем более дети в таком позитиве. Им это нравится. Они сами по себе очень все заводные, любопытные и интересные ребятишки. Мне очень с ними нравится работать. И позитив энергии, который вот с ними получается, он, наверное, дорогого стоит.